легче вести бизнес в сравнении с Россией? Спишь, понятно, спокойнее. То есть российский бизнес — это всегда поиск ловли бабочек на минном поле. То есть вот они летают красивые, все вроде просто, понятно. И сроки окупаемости короткие. Построить все то же самое можно меньше, чем за год. Вот. Выгнать ночью рабочих, купить телевизоры всем бабушкам наверху. Они еще напишут письма, что мы просим, мы хотим побыстрее, чтобы открылось, пусть работает 24/7. Так, здесь... С громкими работами желательно, по ночам. Ну, то есть проще там? Там проще, но зато все могут отобрать.